Летом в Москве проходит множество мероприятий. И одно из таких – чемпионат самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag 2015. Flugtag в переводе с немецкого означает «день полетов». Первый Red Bull Flugtag устроили 24 года назад в Вене. И с тех пор в мире прошло больше 100 этих соревнований. Нынешний день полетов проходил уже четвертый раз в России. Для того, чтобы одержать победу, участники должны были не только продержаться в воздухе как можно дольше, также учитывается дальность полета, креативность летательного аппарата и артистичность выступления на рампе. Летательных аппаратов было представлено разнообразное множество. От русской печи до падающей пачки 100-долларовых купюр. В теплую солнечную погоду лучше провести время на таком ярком ослепительном шоу, нежели сидеть дома.